Всем привет, дорогие друзья, и вот я вернулся. Я был пару дней в отпуске, к сожалению, я не успел никого предупредить об этом. Но да ладно. И сегодня у нас в студии будет хороший такой паркур-мод. Наверное, я вас уже достал этими паркур-модами, но я думаю, это будет последний. Итак, у нас сегодня будет Free Running Story. Наверное, многие слышали об этом моде. Лично я, если бы не написали бы в комментариях, то я бы вряд ли бы услышал об этом моде. Ну что ж, большое спасибо, кто написал, и мод действительно хорош. И, к примеру, чтобы вы, например, вы установили мод, и чтобы разобраться в этом моде, запомните такое сочетание клавиш, как Alt и P. Alt и P. Запомните это. Нажимайте Alt и P, и у нас открывается панель управления, или просто меню данного мода. Здесь очень много функций, ну как очень, просто достаточно функций. Есть телепорт, скины можем посмотреть какие-нибудь. Вот, например, тёлка прикольная. Можем выбрать вид паркура, который вы хотите. Есть wall flip, streaking, free running, паркур есть. Чтобы выбрать вид паркура, или просто вы нажимаете на статус и выбираете, что вы хотите. К примеру, wall flips, ходьба по стенам. Чтобы узнать, на какие клавиши надо нажимать, нажимайте на этот мод. Ой, какой мод? На этот паркур. К примеру, вот, wall flips. Здесь у нас описано управление этим видом паркура. Тут несколько страниц есть, как вы видите. E, R, T кнопочки. Надо их запомнить. Ну ладно, к примеру. Ищем какую-нибудь стенку и бежим в эту стенку. Это называется ходьба по стенам. Ну, сейчас я продемонстрирую вам. Вот. Видите, мы поднимаемся вверх, как какой-то там Человек-паук или Эцио Аудиторе, главный герой Assassin's Creed. Вот что-то я забыл. А, вот. Вот, кстати, можно и делать эти трюки. Блин, делайтесь. Я один раз сделал. Что за фигня? Так, подождите. Так, а ну-ка еще разочек. Блин. Так. Бегите в стену и нажимайте цифру 2, к примеру. И вот такие вот трюки. Супер. А мне очень нравится. Давайте выберем следующий паркур. Просто, допустим, да, сам паркур выбираем. Нажимаем статус мода. Выбираем паркур. Смотрим, какие кнопки можно нажать. X, R, 3. К примеру. Да блин, не садись ты в тачку. Кто так? Так, что-то не получает. А вот, X это разворот. Так. Вот самое прикольное, это нажать на клавишу 4 и ходить на руках. Смотрите, по-моему, такого нету ни в одном паркур моде. Так, нажимаем 4 и обратно. Вот такие вот дела, ребят. Очень много трюков, движений. Кстати, мод добавляет такие мелочи, как новая карта, новые экраны загрузки, новые шрифты, цвета для шрифтов. Вот такие вот мелочи тоже добавляет данный мод, и они не могут не радовать. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел, с вами был Эд. Приятного просмотра, там, всем, конечно же, удачи, так как это очень главная вещь в нашей жизни, без удачи никуда, и всем пока.